сегодняшнем выпуске. Бронзовое кольцо. 17 век. Прямо у квадроцикла тут сигнал цепанул. Вот я где остановился, вышел в поле. И у меня тут сигнальчик, ребята. Керамика валяется. По полю кирпичи, керамика. Так что не переключаемся, будет интересно. Так, глянем, где я. Петля тут напрямую, по-моему, можно срезать. Сейчас глянем. Да. Туда. Thank you.
поехали. Хе-хе-хе, ребята, всем привет. Приехал я на одну секретную деревню. Дороги нету, чудом сюда проехал. Ни разу здесь не был. Все заросло, но походить местами можно, как вы увидите. Тополя за моей спиной. Там тополя. И видно вам, да? Сейчас мы здесь, дождик, правда, начинается. Ну, такое, думаю, кратковременно. Посмотрим, что здесь можно будет найти. Деревня была богатая, по легендам. Так что не знаю. Ну, где вот лесочки, здесь можно ходить. По полям, конечно, невозможно. Сейчас здесь пройдем, там пробежимся. Посмотрим. Может, что и цепанем. Так что не переключаемся, будет интересно. Ямок пока не вижу. Прямо у квадроцикла тут сигнал цепанул. О, целый горшок. Закрыт, как обычно, сверху был железячкой. Копаем. Вот так, ребята, кладухи цепляют. Блин, дождь идет. Хреново. Ищем дальше. Опять проклятие. Кости. Кости сверху лежат, ребята. Парадокс. Смотрите. О! Клад-то заговоренный, походу. Еще кость. А кто здесь? О! Человеческие кости. Еще кости. Кладуха-то приговоренная, ребята. Опасно. Фу. О, берцовая кость. Походу тут кого-то завалили. Так, где сигнал-то у меня? Ушел куда-то. Был сигнал и пропал. Предмет интересный, ребята, да, у меня. Сейчас посмотрим. Фух. Круглое. Горшок, что ли? Жарко, блин. Так. Сейчас вытащим. Посмотрим, что там. О, открыл. Открыл, ребята. Так, где золото? Есть? Нету? Нету. Нету. Ищем дальше. Докапываем все. Фу, находочка. Ходить вообще неудобно. Трава, деревья, мусор. Блин, не люблю такие места. О, бронзовое кольцо, 17 век, темная бронза, ну такое оно, сразу видно, древнегреческое. Дождик еще то идет, то не идет, заколебал, блин. Так, хожу еле-еле тут, через веточки пробираюсь. Яблочко попробуем, там яблони есть.
там где-то выезд есть или выход. В общем, так, ребята, деревня сейчас заросшая, ходить невозможно вообще. Мусору много. Находки должны быть, но тут только или по весне, или поздней осенью. Рано приехал. Вообще невозможно пройти. Ужас, что творится. Едем в другое место. Сейчас перекушу. И поедем дальше. Еду такое обратно. Смотрю, поле выкошено. Ну, тоже у деревушки, у старой здесь. Старинная деревня стоит. У нее там смысла нету ходить, там все заросло. А это поле я ждал давно, когда выкосят. Вот я где остановился, вышел в поле. И у меня тут сигнальчик, ребята. Сам даже не ожидал. Но что-то большое. Ой, ой-ой-ой. Похоже на двояк. Или фиг знает что. Надо чистить. О, глубоко лежал так. Сейчас я попробую оттереть его. И посмотрим, что это такое. Это, походу, 3 копейки Николая. Вон круг видно. И, вон, видите, видно гурт какой. Вот здесь. Но они не убитые. Они просто окиси. Их надо окиси отмочить, и оно нормально будет. Ладно, если отмочу, так я сюда к видео фотографию прилеплю, что это было. Интересно, интересно. О, какое поле, ребята. Сейчас походим тогда. Че, погоды, правда, нету, то дождь, то снег. Фиг поймешь. А деревенька богатая была. Ну, давайте еще посмотрим, может, еще что-то зацеплю. Еще у меня упало. Так, так, так. О, пуговица древнегреческая. Еще с сюжетом, что ли? Что-то они тут все зеленые полностью. Странно. Ухо целое. Что вроде нарисовано. Орел, что ли, двуглавый? Непонятно. Тут еще забыл показать. Керамика валяется. По полю кирпичи, керамика раскидана. Вот такая интересная. Горшков распахано. Еще выпала находочка. Малюсенькая. Еле заметил ее. Крестик. Ушко еще целое. Старинный. Берем. Звучало больно интересно. Ищем дальше. Конинка выпала. Ходил сейчас в поле туда, в середину. Вон туда. Нифига там нету. В общем, все находки на краю поля находятся. Ближе к деревне. Ну, что и неудивительно. В середине поля, конечно, может тоже есть, но плотность очень мала. Надо ходить, ходить, не переходить. Неохота. Так, с этого поля все. Ходить неудобно, так как скошено. Там вот эта солома торчит. Вообще неудобно, рука устает. Хотя на шнурке металлоискатель все равно устает.
Так, там есть дорога, идет по лесу, две деревни раньше между собой соединяла. Нынче, может, по ней походим, успеем. Ну что, едем дальше.